Всем здравствуйте. Лошади в кадре, значит, да, мы там. Там, где обычно, когда лошади в кадре. Поехали проверить свои дела, места. Вот я прошлый год тут пытался новое место засолить. Соль, наверное, влагой размыло, когда снег таял. А может и поели. Но привезем еще сюда на днях. Кто помнит видео с прошлого года, копал я вот тут этот колодец, углублял. И вот он, полнёхонький воды. Ну и как и говорил, здесь вот вокруг тоже вода. А когда копал я, 2 метра получается туда, 2 метра вниз воды не было. Есть лосиные следы. Есть у нас с собой фотоловушка. Может быть, поставим ее. А может быть, не будем. Посмотрим сейчас, подумаем, куда ее лучше поставить. А то тут болото не горело. А вдруг загорит. Последнюю потеряем. Тоже неинтересно. Там ворон у меня. Привалился. О, поднялся. Думал, оторвет. А вот такие дела. Хотя, наверное, скорее всего, сюда попозже потом приедем. Когда в округе вода уйдет. Ну все, поехал я. Дальше у нас дел полно. По времени мы ограничены. Выезжаем к границе Горелого. Так вот уже сейчас на солнышко нету, плохо видно. Ну, в общем, такая прям разница. Тут такая желтая-желтая трава, и там так все зелено-зелено, особенно на солнце прям вообще красота смотреть. Вот так вот тут. По Горелому еще не проезжал. Не знаю, косуля вернулась, не вернулась сюда. На нетронутой пожаром территории 8 штук я видел. Ну, яра. Ну, травка еще не шибко взошла, но уже хорошо. Еще неделька, да, ворон? У тебя можно прям тут оставлять будет, пастись. Ну, а лес-то все. Там вот еще крайние березки пытаются распуститься. А эти все. Поэтому колочку поездим, рожки посмотрим. Где-то же большой бык, которого первого удалось выманить. Где-то вот он должен быть как раз в Горелых местах. Только если зимой ушел в другую сторону. Но поглядим, в общем. О, поеду, надо по другим бокам заехать. Сажа нас догоняет, неприятно дышать. Вижу впереди уже находочку. Мы удачно заехали. Небольшой рожек. Вот такой вот. Небольшой, старенький уже. Коллекцию. В общем, с косулями по выгоревшему напряженка. А вот кабан сюда зашел. Он тут перепахивает.
как в огороде все выкопал уже вот после пожаров. Похоже, мы движемся в сторону кабана, но ветер нам почти в лицо. Ворон пока ведет себя спокойно. Так-то он его почует быстро, если он где-то рядышком окажется. Это, похоже, тоже весь лес погиб. Молодой. Тоже после пожара начал расти ему. Лет, наверное, 15, может быть. Побольше, не помню, в каком году горело. Тоже все сильно выгорело. И, наверное, он того заново будет расти. Ну а мы пока движемся. Тут тоже все накопано. Заехали, короче, мы какие-то кусты, вода. Первый раз наткнулся. Тут вот из куста сейчас кабан. Вон он. Вон, не знаю, видно, не видно. Размер мне показалось маленький. Короче, бегает, хрюкает. Либо свинья с поросятами. Да, ворон? Не знаю, слышно, не слышно. Ярит-то вообще до лампочки. А ворон-то у меня не любит их. Ох, рог пришлось пока под седло заделывать. Пробуем выехать, где-то вроде он выезд.